Казанском университете наградили победителей и призеров конкурса «Лучшее студенческое общежитие». Кто стал обладателем премии, узнаете далее. Номинаций было несколько. Лучший студенческий совет общежития КФУ, лучшее студенческое общественное объединение общежитий, лучшая студенческая комната, лучшее семейное гнездышко, лучший председатель студенческого совета, лучший первокурсник и другие. Конкурс «Лучшее общежитие» проводится каждый год, ежегодно в стенах наших общежитий, и с каждым годом этот конкурс увеличивает количество своего участников. В этом году еще увеличились инициативы, которые исходили от Ассоциации студентов деревни Универсиады, от Объединенных студенческих совета, что действительно очень приятно. Не только организаторы мероприятия подошли с энтузиазмом к делу. Студенты, победители и призеры были также очень рады принять участие в конкурсе. Я была в каждом секторе своего общежития, знаю всю работу студенческого совета, знаю, что у нас в каждом секторе, как у нас. Помимо официальной части, в программу мероприятия были включены номера танцевальных коллективов и певцов. Конкурс «Лучшее общежитие КФУ» проводится ежегодно с целью объединения иногородних студентов и создания дружеской атмосферы в стенах общежития, а также для того, чтобы привлечь первокурсников к общественной деятельности университета. Ложкина Полина, Гизединова Юлия, Универньюз.